Создать современную среду для жизни, преобразить города и поселки, сохранив при этом их неповторимое лицо и историческое наследие. Региональный проект формирования комфортной городской среды существует несколько лет. За это время реализовали множество объектов в разных городах. В Сарове, например, в рамках ФКГС в прошлом году сделали первую очередь реконструкции сквера со зданием администрации. Скоро стартуют работы второй очереди. В этом году горожанам вновь предлагают выбрать территорию, которую будут благоустраивать. Чтобы город Саров продолжал участвовать в федеральном проекте, мы должны обеспечить надлежащее голосование по отбору общественных пространств в рамках проекта ФКГС, как мы говорим. Ну, у нас в этом году две территории, это тропа здоровья и пруд Боровое. Вот, поэтому мы надеемся, что наши горожане определятся с выбором. После того, как будет известна территория-победитель, пройдет общественное обсуждение ее благоустройства, а уже потом специалисты приступят к проектированию. Но и предварительная концепция того, что хотелось бы увидеть в этих местах, уже есть. Например, благоустройство Борового предполагает создание фонтана в центре водоема, зон пикников, спортивных и детских площадок. На тропе здоровья в первую очередь предлагают заменить асфальтовое покрытие. Потому что на некоторых участках оно вообще практически разрушено. Для того, чтобы замкнуть кольцо, чтобы вот эта дорожка стала, да, в том виде, которое удобно для наших горожан, и в том числе появилась возможность ее очистки надлежащим образом. Это устройство различного вида тренажеров для занятий массовым спортом. Это предусматривается в том числе и обустройство детских там игровых комплексов. Так как рядом находится экологический троп, на тропе здоровья хотят установить информационные табло и видовые площадки. Проголосовать за одну из предложенных территорий можно на сайте fkgs.golosza.ru. Для этого понадобится аккаунт госуслуг или подтверждение номер телефона через СМС или звонок. Отдать свой голос можно до конца мая. Итоги будут опубликованы на портале проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы на выбранной территории начнут в 2024 году. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.